Всем привет. Купил я себе смартфон, значит, новинку 2020 года, Alcatel 1V. Значит, там есть еще другие названия: Alcatel 1S, Alcatel там еще что-то, еще один какой-то. В общем, их несколько. Я взял вот эту вот 1V. Значит, новинка 2020 года. Чем он меня привлек? Во-первых, большой дисплей 6.22. Тут все на русском написано на коробке. Я его только с магазина забрал, и в данный момент я записываю видео на этот смартфон. Прямо на него. Значит, две сим-карты. Ну, как бы вы сразу можете оценить качество звука, качество видео, как он пишет. Кстати, в настройках здесь есть даже какая-то стабилизация видео. Правда, какая, я так и не понял, но какая-то она есть там. Вот. Хотя здесь ничего про нее не написано. Значит, вот сам дисплей тут, ну, 6.22 HD+, да, 19.9 V-образный вырез, камера 13+5, 8 ядер процессор, 4G, 4000 мАч, короче, аккумулятор. Должен довольно-таки неплохо, я думаю, держать батарею. Отпечаток сканера пальцев сзади, он находится такой небольшой, нормально работает. Значит, что тут еще можно выделить? Android 10, естественно. Почему я его взял? Мне так получилось, что у меня предыдущие мои смартфоны были на Android 8. На девятку они не обновлялись. И тут я сразу решил купить вот этот смартфон с Android 10. И он меня радует на самом деле. Радует меня Android 10. Я вот пользуюсь смартфоном уже где-то час. И пока, ну, мне на самом деле Android 10 радует. Тут, кстати, есть в этом смартфоне еще кнопка отдельная сбоку, Google Ассистент. Тоже удобная штука. Значит, комплектация вот такая вот простая, то есть бедная. Чек, инструкция вот на русском языке. И все. В общем, больше ничего. То есть коробку я забрал в магазине. Меня удивило то, что она была не запечатана почему-то. Ну, вот, не было никакой пленки, не было никаких ломб. Ну, все вот так вот оно было. Значит, тут в комплекте идет вот такая скрепка. Почему-то запечатанный провод запечатан, кабель сам запечатан. А сама зарядка локательная, она почему-то, она хоть в пленке, да, она на 2 вольта, 5 ампер, 5 ампер, 2 вольта. Она была вот, ну, в обычный, ну, вот там пакет я только что показывал, да. Как-то странно все. У меня даже первое подозрение было, как будто им попользовались. Хотя я посмотрел, ну, вроде нормальный смартфон, все там, никаких нет царапин, ничего. В общем, ну, это ладно, это как бы мелочи все. Сейчас я в данном видео я просто записываю, что я купил этот смартфон. Купил я его в магазине Online Trade. Там самая низкая цена на него, везде он стоит сейчас 7000, там он стоит 6500, плюс, если вы пойдете по ссылке в описании, я оставлю, вам еще будет 300 рублей на счет, и того получится, вам смартфон обойдется в 6200 всего. За эти деньги, я думаю, неплохой смартфон, ну, большой экран, то есть Android 10 последний. Ну, как бы, ну, все поддерживают частоты LTE. Сейчас я выйду на балкон, посмотрю, как он снимает. Ну, то есть, поснимаю видео немножко, покажу вам, как бы, ну, на что камера способна.
Ну, в общем, как-то так. О, кот уже пошел нюхать новый телефон. Да, Тимофей, что уже нюхаешь? Нюхаешь новинку, да? Новинку 2020 года уже нюхаешь? На, понюхай коробку. Кот любит нюхать постоянно что-то новое, когда домой приносишь. В общем, вот такое вот первое видео было. Это, значит, дальше я его протестирую, посмотрю, как он работает. Вот, и запишу про него видео, как он вообще в эксплуатации, сколько держит аккумулятор, как звук, можно ли в него играть в игры, ну и так далее. В общем, на этом всем спасибо за внимание, всем пока.